Касательно рулевой рейки на Mitsubishi Gaunt 8-го поколения, то вот такая вот рулевая рейка есть. Это европеец 8-го поколения, леворукая машина. Так. Наверное, вот так хочу показать, да? Так, если вы будете сопоставлять, то смотрите, вот отсюда два этих выходят. Два шланга отсюда выходят, затем два шланга отсюда выходят. Сюда надевается рулевой карданчик. Так, два отсюда, два отсюда. Так, крепление. Вот два крепления.